Знамя Победы. Сержант Егоров. Я сержант Егоров. Младший сержант Кантария. Я младший сержант Кантария. Бойцов вызвал к себе командир. Советским солдатам дали почетное задание. Им вручили боевое знамя. Это знамя нужно было установить на здании Рейхстага. Бойцы ушли. Многие с завистью смотрели им вслед. Каждый сейчас хотел быть на их месте. У Рейхстага идет бой. Пригнувшись, бегут Егоров и Кандария через площадь. Советские воины внимательно следят за каждым их шагом. Вдруг фашисты открыли бешеный огонь. И знаменосцам приходится залечь за укрытие. Тогда наши бойцы вновь начинают атаку. И Егоров и Кантарий бегут дальше. Вот они уже на лестнице. Подбежали к колоннам ухода здания. Кантария подсаживает Егорова, и тот пытается прикрепить знамя ухода в Рейхстаг. «Ох, выше бы!» – вырывается вздох у наблюдающих бойцов. И как бы услышав просьбу товарищей, Егоров и Кантария снимают знамя и бегут дальше. Они врываются в Рейхстаг и исчезают за его дверьми. Бой же идет на втором этаже. Проходит несколько минут. В одном из окон, недалеко от входа, вновь появляется красное знамя. Появилось, качнулось и опять исчезло. Забеспокоились солдаты. Что с товарищами? Не убиты ли? Проходит минута, две, десять, и вдруг крик радости вырывается у сотен бойцов. Знамя цело, друзья живы. Пригнувшись, они бегут на самом верху здания, по крыше. Вот они выпрямились во весь рост, держат знамя в руках и приветственно машут товарищам. Потом вдруг бросается застекленным куполом, который поднимается над крышей Рейхстага, и осторожно начинает карабкаться еще выше. «Правильно! Туда его! К самому небу!» – кричат солдаты. На площади и в здании еще шли бои, а на крыше Рейхстага, на самом верху, в весеннем небе, уже уверенно развивалось знамя Победы. Два советских воина, русский рабочий Михаил Егоров и грузинский юноша Мелитон Кантария, а вместе с ним и тысячи других бойцов разных национальностей, принесли его и установили.